занималась в основном вся боксерская общественность. Как можно выиграть у Владимира Кличко? Советкин. Он должен сближаться, он должен входить в среднюю дистанцию, должен стараться закончить бой как можно раньше, потому что перевод в поздние раунды грозит мастер. Поэтому психологическим прессингом сейчас находится Поветкин. Он... Спокойно, Саня, спокойно! Ленный кулак, это кувалда, левый удар Кличко, жестко, тяжело. Часто обвиняли в том, что это... Но... Раз за разом Поветкин пытается рекрестным ударом справа достать Кличко. Вот все-таки намного выше. Лишнее было, я так думаю. В действиях Поветкина еще во время боя, я вспоминаю, видел его в Финляндии, такую работу. Она его, в общем, изматывает. К концу боя это, в общем... Держи, держи! Она, в общем-то, должна привести к успеху, потому что... Настроил. Он еще ко всему прочему. На себе. Это осознанная тактика, которая сейчас придерживается Кличко. Заставляет промахиваться и вяжет. Бросается, потому что все-таки похитрее надо подходить в сближении. И, по-моему, вот... Исходное положение, видите, для атаки. Здорово просматривает. Вот так не преодолеешь бросками с дистанции, о котором мы с вами говорили. Два попадания Кличко. Тем не менее, вот тот... Четвертый раунд. Еще раз и еще раз. Это еще и психологический прием, скажу я вам. Так в силовой борьбе чередует
с очень острым левой. Действиях Поветкина. В этом все дело. Никаких неожиданностей, никаких хитрых. Он читает все твои задумки, все твои передвижения. Это, в общем, пахнет большими неприятностями. Джеб. Промах. Клинч. Какого лекарства против этой. В Америке очень часто критиковали Владимира. Нет. Особенности телосложения. Звали его как Костолом Смит или Тревор Бербик. Этот трюк из Александра, обратили внимание, он все время либо подсаживается перед атакой, либо наваливается сверху. А тут он попытался, когда тот подсел, делать шаг вперед с ударом. Это столкновение может быть уж... Не достает Александр. Я думаю, активную фазу бой может перейти где-нибудь к восьмому. По рингу вытягивает. Дело в том, что ясность пытку срубить противника. Ход свою правую руку. Ну, с одной стороны, темп достаточно высокий, чтобы... Когда я говорю остановиться, понятное дело, что это секундная, доля секундная остановка. Но для того, чтобы сильно ударить в боксе... Предсказуемо Саша идет вниз. Приносит свои плоды. Она была направлена, мы с вами уже поняли,
на то, чтобы противника измотать. Я не знаю. Да, попал, кажется, сейчас Кличко. И теперь уже Александр держит. Держит, цепляется. Свои силы. Он гораздо быстрее действует. Ну, это уже просто избиение. Так, тут и нам чуть не досталось. Опять слишком заметно. Попытка атаки Поветкина. В американском боксе говорили, он телеграфирует о своих намерениях противника. И увязает в клинчах. Да, хорошо, что он, когда идет вперед, что встречные удары собирают. Нет, не слишком. Постреливает. Да, и Кличко-то вообще немножко подустал тоже, потому что промахивается слева. Видите, раз за разом этот левый крюк тоже слишком размашистый, слишком уж откровенный. Ну, жуткое напряжение. Я думаю, Кличко нужно обострять ситуацию. Толчок был. Два удара слева пускает Поветкин. В принципе, тактика, которую избрал Кличко, сработала.
усталости вот как раз к концу боя лишить его и пешки. Ну, а дальше наверняка Кличко будет действовать прицельно. Вот как сейчас, удар справа. Поветкина. Так, все-таки не достигает цели. Чемпионскими раундами. Три последних раунда. И называются они чемпионскими. И усталости, и измотанности, и травм пропущенных. Не преодолеть все, чему ты под раундов. И найти ключи к победе. Что сейчас просто постреливает слева. Идет по кругу. Раз за разом голова Поветкина оказывается под мышкой у Кличко. Ох, сейчас не сработало это. Правая рука Владимира Кличко, потому что вскользь пришел удар, куда-то пришелся удар куда-то в ключицу. И вот в роли второго номера. Он работал как бы в ответ. Работал после атак противника. И иногда в опережении. Очень редко в атаке. Нет, не даст себя ударить тут в сближении Кличко. Все повторяется как бы одни и те же позиции, то, что было. И сейчас идет. Почему-то Кличко решил... Так, если повезет, попадет. Можно будет развить успех. А так лучше не об... Александру. Всерьез за Александру. Всерьез за Владимира Кличко. Ничто не может вывести Кличко из спокойствия и привязанности к этой самой тактике.
to him. Rest of the step back and see the step. He's falling over every punch he's doing. Because he's tired. Everything got desperation. He's trying to crowd you. Everything so you got. Up and you. That's the problem. It's more necessary. Да, неточный расчет дистанции. Каждый раз предупреждение своей атаки. Вот что лишает успеха Александра Поветкина в этих эпизодах. Ну и Кличко делает так размашисто противника, который идет на него, но каждый раз это слишком высоко проходит удар. Нерасчетливо получилась сейчас атака у Поветкина. Он и воспользовался. Как и ожидали, будет очень непростым, очень тяжелым. Да, Поветкин. Попытку последнюю делает. Но, к сожалению, уже все.